Итак, всем привет, и сегодня мы с вами начинаем играть в Carnivorous Middle Islands. Я не знаю, что значит middle. Я тут уже подстрелил двух динозавров за кадром. Это довольно старый мод, очень старый. В нем используются активы из Carnivorous Cityscape, вроде как. Вот я, по-моему, 10 очков заработал. Мне нравятся здесь необычные упоротые карты. На них будет интересно поохотиться, поиграть на этих картах. Тут у нас платный радар. И, в принципе, все. Начинаем играть, начинаем нашу охоту. И первое животное у нас это Ородромеус. Я не знаю это животное. Так что начнем. Возьмем утро, возьмем арбалет. Мы можем взять арбалет. Ружье и арбалет, неплохо. Firepower у арбалета не такая уж и большая. Берем камуфляжи, все как надо, и поехали. Кто убегает? А, стоп, кто ты? Я испугался. Тут летают топижары. Так выглядит остров. Пока что... Ага, я услышал. Стоп. Стоять. Хорошо. Попал. Где еще? Больше нету. Я слышу еще. Этот не с трофей, у него искусственный интеллект брахиозавра. Он просто плавает, типа. Ага, Ародромеус. Я не вижу, где он именно. Он очень хорошо сливается с местным окружением. И его очень сложно найти. Ага, вот он. Я все равно ничего не вижу. Ага. Я боюсь стрелять, потому что он убежит, и мы его никогда не найдем. Промазал. Промазал. Было очень близко. Стоп, что это? Тут светит солнце, я нихера не вижу. Где этот Ародромеус? Не вижу ничего. Так, преследуем эту маленькую скотину. Если бы здесь было что-то видно. Давай. Так, можно теперь смотреться вполне себе удобно. Вот эти дома, мы сейчас к ним подойдем. Где наш Ародромеус? Тут очень густые леса. Так, он здесь. Ародромеус прямо здесь внизу. Сто девяносто метров. 200 метров от нас. В 200 метрах от нас Ародромеус.
Мне кажется, я его нашел. Да. Хорошо, попал. Второй аэродромеус. Выглядит он не так уж и круто по сравнению с современными модами. Но я сюда пришел посмотреть больше на такие вот необычные густые локации, заросшие лесом. С кучей разных данжей. И с просадами FPS из-за того, что растений слишком много. Это Хейю Ниния, или... Я не помню, как она называется. Она издает жесткие электронные звуки. И выглядит как какая-то вареная сосиска, я не знаю. Этот мод был заброшен, поэтому он сейчас недоделанный. По-моему, ведется разработка ремейка этого мода. Тут у нас какой-то... Была, видать, бойня динозавров и охотников, и они проиграли. И те, и другие проиграли. Их что-то убило, возможно. Но что их могло убить? Тут уже ничего нет. Ну что ж, ладно. Пойдем посмотрим наши трофеи. Так, вот он, наш трофейный зал. Так, аэродромеус маленький. Убираем. Вот большой аэродромеус. Так, сейчас мы посмотрим, что можно сделать с этим. Мы возьмем 3DFX Glide и посмотрим. Вот. Теперь текстуры не будут проблемными. Аэродромеус, вот если бы этот мод еще остался в разработке на данный момент, он бы уже вышел как Carnivorous Triassic. И было бы у этого мода все хорошо, но, к сожалению, он был заброшен, поэтому хер с ним. Пойдем посмотрим, что здесь есть. Это логотип Cityscape. Музыка заиграла. Круто. Какая-то пирамида. Здесь просто пустыня, да? Посреди которой стоит трофейный зал. Очень круто. Мы можем на нее забраться. Давай же. Да, это какая-то пирамида, видать, планировалось в дальнейшей разработке этого мода что-то с ней сделать, но, к сожалению... Но, к сожалению, ничего так и не сделали. Итак, идем мы охотиться дальше на протоцератопса. Протоцератопс, у него очень хороший слух, но при этом плохое обоняние и зрение. В принципе, ладно. Что же мы возьмем? Мы можем взять радар, наконец-то. Погнали, возьмем с радаром. Погнали с радаром, возьмем радар, да. Что-то язык немного заплетается, но ничего. Пойдем сюда. В этом моде все животные очень медленные, и... Поэтому играть несложно. Здесь, знаете, это типа какой-то тропический сектор, в котором все такое медленное, приятное, спокойное, не буйствующее, как в Carnivorous 2. По-моему, протоцератопс в этом моде самое быстрое животное. Отлично! Идем дальше, посмотрим.
Еще один протоцератопс. Но вот где он? Так, странно. Ага. Промазал. Черт побери. Так. Я не взял арбалет. Пришлось пожертвовать арбалетом ради радара. Хорошо. Так, что это, блин? Что я слышу? А, черт, побери! Нет! Фу! Я испугался. О, черт побери, это было страшно. Какого хрена я так испугался сильно? Хорошо, один есть. В общем, я понял, к этим зданиям лучше не ходить. Возле них всегда есть хищники. Очень опасно, это хардкор, блин. Растерзали просто на ровном месте. Просто... Вот здесь, я туда не пойду больше. Этот Саратопс прямо впереди. Да, вот он. Надо встать между кустов. Хорошо, попал. Надеюсь, теперь тут никого нет. Я все-таки попробую здесь пройтись. Так, это не опасно. Здание без крыши. Так, мне бы отсюда подстрелить его. Но мы отсюда никого не подстрелим. Хотя, возможно... Ага, попал! Это можно использовать как крепость. Динозавры ведь сюда не пройдут, да? А, черт, не попал. Вот, динозавры же сюда не пройдут, и мы можем использовать это как крепость. Например, для боя с боссом. Да, блин, почему я не попадаю? Ладно, валим отсюда, в трофеи. Посмотрим, что мы поймали. Уже 70 очков. Трофеи. Вот они, наши трофеи. Самый большой был самый последний. На мой взгляд, из всех модов, которые выходили, вот этот дизайн протоцератопса самый лучший. Он похож на пахицефалозавра и очень вписывается в концепцию первых хищников. Там был такой же трицератопс и вот такой же вот протоцератопс. Выглядит... ну, конечно, доработали бы его дальше, но мод дальше не пошел, поэтому не доработали. А так было бы вполне неплохо. Уберем радар. Мы не можем взять ничего.
Можно взять вторую карту Кентрозавра. Потому что на первой карте мы уже все посмотрели, теперь идем на вторую. Это какой-то мистический остров. Здесь какие-то следы гигантских доисторических существ, которые жили здесь давным-давно. Эти леса что-то там исследовали тропические в природе, дают охотникам и динозаврам хорошее место для того, чтобы спрятаться. Короче, поняли, я как переводчик полное говно. Воу, какое тут FPS ужасное. Ужасное FPS, серьезно. Капец полный. Так, давайте я сделаю командную строку. Попробуем написать. Enable. Debug. 1. Хорошо. Так, теперь мы в режиме бессмертия и всего остального, но мы еще должны сделать вот так. Так, стоп. Нам нужно уменьшить детализацию. И уменьшить прорисовку ландшафта. Теперь игра будет идти лучше. И мы должны включить обратно Enable. Черт, ладно, я сломал командную строку. Ну ладно. Перезайдем на локацию. Так, кентрозавры сразу же. Очень маленькие FPS здесь. Хорошо. Здесь я буду очень плохо стрелять, потому что я не вижу ничего. Попал. А, вот, я читал в описании к локации, говорили же, да? Тут у нас есть гигантский след динозавра на локации, вон он. Бежим до его. Кто-то оставил этот огромный след. А, это вода. Ладно, на этой локации нет ничего, кроме леса, наверное. Поэтому пойдем-ка мы снова на первую локацию, потому что это капец. Тут есть и автоматы, тут есть и шотганы, какие-то пушки невероятные. Базука, да ладно? Охренеть. Так, ладно, кентрозавр, первая локация. С радаром. Погнали. Я слышу, как он убегает. Тут очень много страшных звуков. Ага, вот он ты. Он ведь не сможет нас убить, да? Эти кентрозавры чертовски медленные. Какой огромный. На 3 тонны весом. Попробуем его подстрелить. Его нам упускать никак нельзя.
Так, хорошо. Ну и все, на этом мы пойдем дальше в трофеи. Очень приятный мод на самом деле. Мне нравится его локация, но мне не нравятся его динозавры. 3 тонны 470 и 3 тонны 420. Нет, у нас уже был большой кентрозавр. Вот они, наши первые травоядные животные. Пока что хищников у нас тут нет. По крайней мере, нас сожрал один хищник. Мы можем пойти без радара на Ринчинию. Аламазавр, Целофизна, на Тирану, Зухамим. Вот этот нас съел, да? Вот этот нас сожрал. Пойдем снова на первой карте утром. Вот она, Ринчиния. Тут две Ринчинии. Одна кричит вон оттуда, а другая вот здесь. А, черт побери, уже здесь. Она очень медленная. Все животные на этом острове очень медленные. Еще одна. Так. Я вижу еще одну на радаре. Так, стоп. Так, хорошо. Эти маленькие хайнини, они очень похожи на... А, черт побери, еще одна. На Ринчинии. Как их много здесь. Можно попробовать сбегать до той крепости. Посмотреть, что есть там. Потому что там, если мы запремся в этой крепости, Ринчинии нас не достанут, и мы можем отстрелить весь остров. Вот она очень похожа на вот эту Ринчинию. Так, это Ринчиния, нет? Какие страшные звуки вокруг. Так, еще одна Ринчиния. Мне нравится это ружье, оно очень быстрое. Но я очень плохо стреляю. Тут еще одна Ринчиния. Вон она, бежит. Хорошо. Так, идем сюда. Так, стоп, у нас два патрона. Валим отсюда, короче. Ага, попал, наконец-то. Вот, устроили мясорубку на 142 очка. Вот она, Ринчиния. У нее еще недоработанная текстура, как и у многих других животных. Вот они все Ринчинии. Они напали на нас огромной стаей, но мы отбились. Вот и все на этом. Сегодняшнее видео мы заканчиваем. Потом мы пройдем этот мод до середины. Посмотрим еще локации. Потом еще одно видео. Ну, мод на 3 видео максимум. Я не буду его растягивать.
Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, подпишитесь на канал, прокомментируйте. И всем до встречи в следующем видео.